Всем привет, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Я сегодня снимаю видео, и по названию видео вы, наверное, уже видели, что мое видео сегодня называется «Большое спасибо всем за донат, за поддержку моего канала, за пожертвования, которые вы делаете для развития моего канала». И я хочу сказать, что за весь период времени, пока существует мой канал, и с того момента, когда я выставил свои кошельки WebMoney, мне были перечислены определенные платежи от различных людей. И первый самый платеж был перечислен мне в мае. Это приблизительно где-то около 10-х числов мая. Это было 100 рублей. Очень приятно было получить эти деньги от человека, который это сделал. Потом мне были перечислены еще 10 рублей. Это чуть позже. И вот буквально после выхода последнего моего видео о том, где я рассказываю о Тафере, и в конце этого видео идет небольшая заставочка с моими кошельками WebMoney и другими, мне были перечислены еще деньги. Были перечислены 5 евро. И, как я предполагаю, этот человек проживает на территории Евросоюза, возможно, потому что были именно перечисления в евро. И были перечислены мне 500 рублей. Но этот человек проживает на территории, скорее всего, России. И мне очень приятно. Я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы делаете такие перечисления. То, что вам не безразличен мой канал. То, что вы понимаете, что для того, чтобы создать вот эти все видео, нужно проделать большую работу. Не так сложно записать само видео. То есть видео записывается очень легко. Если есть какие-то ситуации различные, я всегда с собой беру видеокамеру, да, как сам себе режиссер, и записываю различные эти ситуации. Но самая проблема начинается в том, что когда идет монтаж этих видео, когда идет загрузка на конвертации, загрузка на YouTube-канал, вот это самое проблематичное время, которое нужно тратить из своего личного времени. И люди понимают это, что это время тратится, и перечислили мне определенные, как я уже сказал, платежи. Самый первый платеж был 100 рублей, потом 10 рублей, потом 5 евро и 500 рублей, извиняюсь. Тем самым мне очень приятно. И хочу вам сказать еще раз большое-большое спасибо. Если есть у кого-то желание помочь как-то дальше развитию моего канала, то, пожалуйста, можете это сделать. Это добровольные пожертвования, и не нужно жертвовать там какие-то последние деньги, какие у вас есть. Нет, это абсолютно добровольное пожертвование, и если у вас есть такое желание, вы можете это сделать. Под каждым видео в описании стоят мои кошельки WebMoney в различных валютах. Это рубли, доллары и евро. Если вы хотите сделать какое-то пожертвование, донат, как по-другому назвать это, вы можете это сделать и перевести определенную сумму. А в сегодняшнем видео я все-таки хотел сказать все-таки большое-большое спасибо тем людям, кто уже это сделал и перевел мне эти хоть небольшие, но очень и очень приятные для меня суммы, потому что, говорю, я знаю, что люди смотрят меня, я знаю то, что люди оценивают мою деятельность, оценивают мое хобби, можно сказать, которое я делаю, да, и тем самым помогают развитию моего канала. В чем же заключается помощь для развития моего канала? Заключается она в следующем, то, что при определенном количестве денег, которые будут пожертвованы мне, будут совершаться различные поездки в различные города. Эти города будут сниматься. Очень, еще раз, я рад тому, что были сделаны перечисления от определенных людей. И я не знаю, от кого были эти сделаны перечисления, потому что не были подписаны эти перечисления, от кого были переведены деньги. Но я этим людям очень и очень благодарен. На этом буду свое видео заканчивать. Смотрите мои новые видео. Всем всего доброго, всего хорошего и без бальд. Чус!